wandering around the town, crew hopping. He was always to blame when there was something happening. He was using deadly words and then he'd chase the other kids till they cried. But there were three good guardian angels spending session nine. What they wanted to warn was a dark narrow alien, a devil at home. Random scandal got me, random scandal got me, random scandal to see me, random scandal got me, random scandal on TV, random scandal got me and he's got a new gun. Trying to push him to the floor. Since he was grounded by his mom, he wasn't seen here anymore. Well, they won't do it, took him away alone. He was a dark narrow Andy and I'd never let home. Random scandal got me, random scandal got me, random scandal see me, random scandal got me, random scandal see me, random scandal got me and he's got a new guy. Сказали объявить один конкурс, называется «Забытые традиции». Эту авторучку я привез в Чадернунге.
но она родом отсюда, с Приднестровья. Когда я был молодой и красивый, я учился в Карманово, я сказал, у меня там очень много друзей, мне было приятно увидеть и здесь в том числе. Еще раз говорю, я тоже ваш. ТСП, Токмазея, Красногорка и Бычок, Григорьопольский Токмачок. Вот этот оропник сплел, тоже уроженец Карманова, Белый Толик. Вот. Я его берегу. Иногда он выходит из строя благодаря нашим участникам, но восстанавливаю. Вот. Забыли у нас плести кнуты, забыли у нас плести корзины. Сейчас все в магазине есть. А мы как-то попроще. Это будет приз зрительских симпатий на самый громкий хлопок. Итак, участник под номером один, представьтесь, пожалуйста. Город Бендеры. А фамилия, имя есть у вас? Александр Козак. Александр Козак. Два раза, друг мой. Саша. Холостой первый. Нормально. Спасибо. Дано коров не пас. Виталий Топчи Карманова. Очень приятно. Наш парень. Два раза. Этот конкурс, и как мне было приятно видеть, когда человек снял пиджак, передал прямо напрямую через трибуны, через газон, пришел и хлопнул. Нормально хлопнул, не очень, но нормально. Знаете, кто это был? Посол России Фарид Мухаметшин. Вот так. Вот такой же простой. Таких людей уважаю. Итак, ну давай, Сережа Кармановский, давай. Я постараюсь сделать. Постарайся, только не вокруг шеи намотай себе. Слушаем. Слушайте, это Кармановский хлопок. Два раза никто не может, только мой сын. Подожди. Присакал Вячеслав Чемишвил, дайте сказать. Еще раз. For you.
and me. And that's the honky tonk truth. That's the honky tonk truth. Cross my broken heart. I put my rallying here on this beating sweet honey's bar. I'm thinking, I'm drinking, I'm crying, and I'm all in the blue. I wanna lie to you. No, that's honky tonk truth. I don't miss you, baby. If you walk up and fucked up, you're a nasty issue. And I wish I'm broken down for ending all that's true. Well, let me know that the honky tonk truth, that's honky tonk truth. Across my broken heart, I put my rolling in. Sweet home is far. I am thinking, I am drinking, and I'm crying, and I'm all in the blue. I will lie to you. No, that's honky tonk truth. I am thinking, I am drinking, and I'm crying, and I'm all in the blue. I will lie to you. No, that's honky tonk truth. Я рад, что этот спорт возрождается. Я рад, что участники хорошо подготовили лошадей. И больше всего рад, что во всех заездах практически выиграли лошади, которые родились у нас в хозяйстве, которые проходили тренинг у ребят-владельцев. Некоторые лошади имеют наших кровей происхождения. И самое главное, был установлен рекорд 2.09 жеребцом Факир, который родился тоже у нас. Первое, кого бы хотелось отметить, это, конечно, Константина Васильевича Келиш. Он такой, как бы, я смотрю, для многих ребят, которые участвуют, как отец родной. Он все-таки носитель этой идеи конного спорта. Он там у себя в Чедерлунге все это делает. А из наших ребят, ну, не могу не отметить Василия Татара. Видно, что парень энтузиаст, когда он подошел ко мне несколько лет тому назад, а было это в церкви после службы на улице, он подошел и говорит: я вас видел, вы были в Чедерлунге на скачках, и вот вы бы не могли помочь нам здесь. И может быть, настроение тогда соответствовало, а может быть, ребята своей открытостью и простотой берут. Все-таки сельские ребята, они такие простые. И так общими усилиями в прошлом году сделали мы эти соревнования, так сказать, праздник. Ну, в этом году примерно все по той же схеме, только уже видно, что и у ребят опыта побольше, и желания. И Владимир Евгеньевич Пасютин молодец, он предоставил ребятам ферму, здесь лошади, все находится круглогодично, они могут ездить. Поэтому я думаю, что как очередной шажочек вот сегодняшнее мероприятие прошло очень здорово, хотя бы для приобретения некоего опыта. Если бы, конечно, это все проходило на государственном уровне, да, при господдержке, при соответствующей рекламе, ведь многие не знали, да, что будет проходить, то, конечно, был бы уровень выше, но важно зерно сформировать, группу этих энтузиастов, которые дальше будут делать. И тема-то не наша, но мы же не будем всю жизнь скачки организовывать. Каждый должен заниматься своим делом, поэтому я думаю, что на высоком уровне прошло, и ребятам хочется пожелать добрый час. I get my breakfast, I get my supper. Without him, where would I be? Where would I be?
Я, если честно, вот и в прошлом году, и вот в этот раз обратил внимание до этого Казбека, который в конечном итоге занял первое место, по той простой причине, что он такой, он нет у него вот этой расфуфыренности, он такой неказистый себе конь, но тем не менее очень упертый и очень такой, как бы, ну, победоносец настоящий. Я зарядилась, мне кажется, мне хватит этого до следующего соревнования, и в следующий раз мы придем со своими друзьями, со своей семьей, и будем также болеть за лошадей, из любимых наших лошадей. Мы уже пару отметили, за которых мы будем болеть, теперь постоянно будем приходить и наблюдать за тем, как они выигрывают. Кого отметили вы для себя? Из лошадей? Казбек! Это мой победитель, в прошлом году я его еще заметила, и мы познакомились с ним ближе, так сказать, мы на нем покатались, мы его покормили, поэтому я теперь только за него болею, я ждала до последнего, чтобы он вышел, победил и пошел отдыхать. Я родился и вырос в селе, и когда был совсем юным и нечего терять, я хотел попробовать верхом. А сейчас, понимаете, детки вон подрастают, кто-то должен семью кормить, каждый должен заниматься своим. Я думаю, что 40 лет уже поздновато начинать. В 40 лет надо продолжать начатое ранее. А, конечно, азарт, он внутренний азарт, он поддевает. То есть, ну, опять-таки, я думаю, что до реализации забегов это не дойдет. Но, тем не менее, могу сказать, что если бы раньше это было, там, хотя бы в 20 лет, то, конечно, я бы не удержался и попытку сделал точно. For you, you're taking care of me.